Слово предоставляется генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Товарищи, мы должны быть чрезвычайно внимательны, рассматривая вопрос, внесенный на обсуждение нынешнего заседания Президиума Верховного Совета. Да что вы, если логично. В важном вопросе для нашего... всесоюзным масштабом, так как все, что происходит, всех нас близко касается и всем ровно заинтересованы. В общем, с какой бы стороны, Кинг-Конга вон самым, ла-ла. Мы не можем в нашей стране ни одно дело, ни одну проблему решать мало и большой. Мы не можем пренебречь. Тюрьма народа стала современной державой, мощной, не только экономическом, но и политическом, военном, интеллектуальном, научном. Если бы мы воспользовались этой ленинской миссией, ничего мы не подумали. Իրականք կդասավորես։ Եթե բрас։ Մորոս չկպնես։ Եսի մենք այսպես справились со всеми и самых крупных испытаний. Хм. Нам нужно сегодня найти ответ. Բոլոր զուգարանները որ մաքրես։ Մի հատիկ կտամ։ Это недостаточно для того, чтобы были уроки изучены, конечно. Знаете, на этот счет разные точки зрения, не имеют возможности. Не будем сейчас все-таки на этом пункте наших размышлений давайте задерживаться. И это правильно, идеально. Но это все состояло. И мы прошли 70, 65 лет. 65, 23 года, 65 лет. Если бы так было, все ошибочно было бы изначально. Это все серьезные крупные упущения. Нельзя считать любой вопрос, что надо накидать. Смотрите, как все изменилось. Это тоже прекрасно. Это прекрасно. Ադաս դրակության ձև չի, ես կեզնից եմ բաժանվել, բայց ոչ ին որդուց։ Ասի, ես հոգեբուժ եմ, ես հոգեկան հիվանդ չեմ, եղավ։ Մաքրիցի։ Тевантимая экономика. И мы увидели, как неприемлема перестройка. В общем, я... завершаю таким своим глубоким убеждением. Есть над чем поразмышлять. Мы должны принять необходимое решение. Давайте выйдем из этого заседания убежденными, что мы... пришли к правильному решению, единственно правильному решению, и убежденными в необходимости действовать так, как мы сегодня договариваемся. Oh,
Спасибо.